Так, ребята, мы бежим, торопимся на спектакль к Рафису. Рафис обещал там молодых балерин. Где метро-то? Где? Сегодня один день из жизни нашего однокурсника. Вот так вот я назову это. Куда? Нам переходить его, что ли? А дождь все усиливается, друзья. Скоро капец. Добежали? А вот и метро. Бежим. Садимся? Сколько станов нам ехать? А, ну тогда вообще ерунда. Так, я сейчас сажусь на нижний. Прошу прощения, это вы звезда балета? Оставите автограф. Почему звезда балета на метро ездит? Почему звезда? Видишь, все улыбаются, все думают, что ты звезда, да? Сейчас мы тоже так телок подцепим. Я уже не могу. Но ради Рафиса попробую. Вот так Рафис живет в таком ритме каждый день. Ёб твою мать. Поэтому он весит 60 килограмм, а вы 80. О! Мне уже весь загар черноморский сойдет. Сука. Пока не бежим. Готовь девчонок лепить легко. О! Говорит, еще немного, но я ему слабо верю. Давайте полюбуйтесь на Питер. Ладно, хоть дождик закончится полегче немножко. Давно я так не бегал. Здравствуйте, русский болят. Да что такое? Невозможно жить. А еще говорят, в Москве бешеный ритм. Вот, посмотрите, где настоящий бешеный ритм. О!
Вот так вот живет наш Рафис, зарабатывая деньги на свой ремонт. Я все силы покинули. Еще последний рывок. А потом мы увидим. Добрый день. А куда Рафис пробежал, а? Ага, хорошо. Рафис решил завести видеоблог свой и попросил меня поснимать о его жизни в Питере. Серьезно, как он увлекательно, динамично живет. Да, мы сейчас пешком бежали от того, где он живет. Все это снимали? Посмотрите на меня. Я хотел прийти красивый, с прической. Это не чуть-чуть, это полный фиаско. А как вас зовут? Меня Артур зовут, оператор Рафиса. Личный. Личный, да. Спасибо. Рафис, улыбайся. Подписчики ждут экшена, давай. Это вся ваша труппа? Нет. Еще половина еще не подъехала? Подойдет. Подойдет? А вы знаете, что Рафис тоже учился в балете, а потом вот занесло его? Он даже... Правда? А это бывает так удивительно. Это бывает так редко, мы не видели. Вот. Сегодня наши подписчики тоже увидят. Так что, девчонки, тоже подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рафис ТВ. Я вас не отвлекаю? Красиво. А как вас зовут? Александр. Прекрасно. Меня Артур, я оператор. Thank you.
Твоя классика закончилась уже? Все? Ну, я... Покажи руки свои. Слушайте, в чем приходится заниматься классикой? Чтобы мозоли не было от станка, да? Да. Угу. И куда? Кормиться будем. Что, хорошо? Ну, пошли. Кофе попьем там. Пошли, кофе попьем, да. Мария, здравствуйте. А я оператор Рафиса. Рафис видеоблог завел свой. Вас плохо видно, конечно, ну ладно. Хорошо? Ну вы же будете на сцене, я тоже буду снимать, когда танцевать-то будете. Порепетировать? А, ну ладно. Ну что, пошли? Ладно, удачи. Пока. Пошли, Рафис угощает. Да ладно, да? А куда мы хавать-то идем? Давай в кафе. Посмотрите, какая роскошная гримерка у Рафиса. Он здесь практически один. У него есть свой чайник, свой стол, стулья. Все это не мое. Живет, короче, роскошно на работе. Как-то так. Я там видел старую балерину, она кто-то. Массажистка? Я оператор Рафиса, мой канал просто снимаем на него. Один день из жизни лимиты, поэтому... Один день из жизни Рафиса. Да. Серьезно, да. Давай лимита. Так как у меня нету кухни, приходится теперь есть театр. Да, у Рафиса там реконструкция, он начал там поскандалил немножко, типа, почему в моей гримерке нет столовой, что за хуйня такая. О, какой роскошный буфет. Здравствуйте. Какой роскошный буфет. А что здесь? Горяченько есть? Да. А здесь, как и везде, по 20 рублей все, да? Давайте я представлюсь. Меня зовут Артур. Да. Да. Я оператор Рафиса. Мы снимаем видеоблог, поэтому, чтобы не возникало вопрос, что за чувак, кто такой вообще, почему с камерой. Да, блин, хватит снимать. А за что ты мне бабки плачешь-то? Друзья мои, мы находимся в курилке. Вот. Это... Моя мама не знает. Твоя мама не знает? Ты как удачно сел, тебя реально не видно. Не, реально, вот тень падает. Смотри, как привидение сидит. Ага. Вообще не видно. Скажите, как... Да, как долго вы болеете? 4 года. 4 года? Работаю. А закончили что? Хореографическое училище. И вас мать отправила, вы сами решили? Сама решила. У вас балет? Нравился, да? Очень. С какого возраста? С 4,5 лет. 4,5 года вы уже решили? Да. Потрясающе. А что вы танцуете? Лебединое озеро. Мой самый-самый любимый балет. А что вы еще кроме Лебединого озера танцуете? Что еще кроме? Ну, пока только Лебединое озеро. А так вот, что в репертуаре? Ну, я смотрю, карьера прет. Да. Тогда творческих вам успехов. А как вы думаете, у Рафиса получится, или он тоже только Лебединое озеро танцует? У Рафиса, конечно, получится. У него, да? Да. Лебединое озеро – это его уж точно. Спасибо большое. Творческий раз точно обеспечен. Угу. Спасибо. Да, он так старается, мы заметили. Да, очень. Вот сейчас классика идет. А он здесь, да? Он здесь. А он здесь. И вы здесь? А вы-то почему здесь? Ладно, Рафис, звезда будущая, ему прощается. А вы чего здесь? Почему вы не на классике? Я настраиваюсь на классику. Понимаю. Творческий процесс, наверное. Да. Ну вот эту вот часть вырежьте, пожалуйста. Ладно, мои. Какой? Сигаретами, когда пока мама не знает? Скажите, пожалуйста. Опять снова. Ой, господи, да. Ага, ага. Хорошо, хорошо. Хорошо. Продолжайте, не останавливайтесь. Зрители это любят, да. Мне не дают разогреться. А, прошу прощения. Да, я настраиваю. Хорошо, ладно, не буду мешать. Да.
Ребята, прошу прощения, а в каком году закончили вы училище? 56. А Нури его тогда сколько лет было? Он у меня был на днях рождения, мне было 12-13. Он дружил с моей сестрой. 12-13 лет вам было? Да. А ему было где-то... 20. То есть дружил как жених дружил или просто... Нет. Ну вот... Нет, какой жених? А сестра тоже танцевала? Нет, она пела. Ну, короче говоря, ну, она театралка была, еще, ну, у нее фотографии есть, много, вот, я там фотографии есть, ну, и такие любительские, старые. Прикольно. Они... Не приходили какие-нибудь телевизионщики, не просили архив, ну, типа, там, есть? Интересно. Да ладно, как... Начали снимать фильм про Нури, вот, Ольга Ивановна все бегала, да, кому-то там найти надо было, пусть я их сведу с своей сестрой, она пусть расскажет. Она подходит, говорит, ей интересно, они хотят какой-то сказку. Ну, а вы вот как... Так что Рудик вот у меня бывал, мы в коммуналке жили, там на театральной, рядом там приносили мне подарки, я не помню, и такие вот мишень во всех, такие липучки, вот, старые не помню, да. Ну, а вы как считаете, вот как, ну, вот, со своего теперешнего возраста, ну, Рив как профессионал, ну, как, хорош был? Нет, по тем временам он был очень необычный, во-первых. Необычно внешне, техника, что? Ну, техника, для того времени он был. Все необычно было. Он, по-моему, он первый на полупальце высокий поднялся. Да. Нас учили вот так. На ручке полупальце. А он первый поднялся на полупальце. Первый снял трусы. А кто солирует сегодня? Я хочу интервью взять. Кто? Зеленым? Зелеными купальники. Это они, да, две балерины. Они пополам были. На половиках, наверное, да. Не знаю, как танцевать. Да лучше не надо, нахер. А что, я познакомился с худруком вашим, сейчас пиздели, получим, про Нуриеву рассказывал. Каких? Да нет, нахер. Да ладно. Пошли покурим. Пошли. Скажи, ты давно в этой труппе? Ой, это уже четвертый год. Четвертый год? А курить начала здесь или до этого? Нет, курить начала до этого. До этого? Почему? Угу. Сам виноват, там училище. Училище? А какое ты закончила? Уфимское. Правда? Правда. Как можно назвать тех, кто закончил одно хореографическое училище? Нет. Совыпускники. Вот такое слово некрасивое, да? Ну ладно, пускай так. А ты в каком году закончила? 2011. Тебя Рафис сюда вытащил, скажи честно. Нет, позвал тебя. Сказал, я тебе обещаю сладкую жизнь. И сказочный Питер. То есть здесь познакомились? Это судьба, как ты думаешь? Нет, судьба, это Наташка судьба. Все. Наташка судьба? А ты... Не буркажу. Девчонки, а вы тоже из Уфы все, да? Да ладно. Я тоже. Да ладно. Вы что, обалдели, серьезно? Да. Рафис всех баб сюда перетащил своих. У нас просто уфимский филиал. Нет, кстати, да, потому что я сейчас с худруком вашим разговаривал, он мне вас хвалил. Мне хвалил, вот все уфимские, все молодцы. Угу. Сомните, у нас будет сука. Ну, может, на камеру, конечно. Потом ты обматерил, конечно. А на камеру хвалил, реально. Реально. А, ты же питерская, но училась. Училась в Уфе. Да, ты тоже питерская, тоже училась, да, в Уфе. А вы? Я тоже питерская училась. А, она хабаровская. А ты вообще не училась. Талант, самородок. Самородок, ясно. Не, ну здорово, я жду не дождусь, когда на сцену пойдете. Вы с одного курса? Нет, мы все с разных. Да? Да. Кому первому исполняется 40 лет из вас? Мне. Тебе? Уже 39. Так вы помладше. А у вас кто классику вел? А, в училище? Не, в училище, в училище. Шапкина? Да что ты? Шапкина или Шапкина? Шапкина. Ну, Василий. Ну, я ее знаю. Это любовь моей жизни. Наш педагог же был. Она, у нас Шапкин. Не, у нас тоже и так, и так. Да. Да, у нас и Шапкина. Шапкина была, да. А у вас кто? Я не знаю. Мы не знаем. Ну, она сейчас в театре. В театре-то? А у тебя кто? Сабирова. Сабирова? Это кто это? А кто? Она костюмерша. Ну, я говорю, вот костюмерша только монтировщик и выпускает, а в хореографическом училище только так. Ну, понятно, да. Понятно, понятно. Блин, девчонок, я так рад видеть всех на самом деле.
Так, ну все, ребята готовы, духом собрались. Если кто не знает, значит, смотрите, я снимаю для канала, да, Ютуба, театр. Вот, поэтому как бы это такое вот все. Пацаны, вы как, готовы? Нормально все? Всегда готовы. Всегда готовы? Ладно. Все, все готовы. Начнем экшен, да? Триллер? Лебединое озеро триллер. Смотрите, какие девчонки. Кто из хореографического училища уфимского? Сокади. Ну-ка, поподробнее. И что? Это круто? Ты тоже оттуда? Да. Вас всего трое, да, здесь, похоже? Поэтому вы отдельно сидите от всех, вы там... Все остальные из уфимского хореографического училища, а вы трое, поэтому... Молодцы, девчонки, надо дружить. А что-то она зло так говорит. Угу. Бьете? А, девчонки, а у вас есть дедовщина? А у многих есть, а у вас почему нет? По тебе не скажешь. Давайте, удачи вам. А говорят в балете, чтобы ты ногу сломала. Ну, типа, ни пух, ни пера. Нет такого? А вот наша любимица, она закончила уфимское тоже, хореографическое. А у нее что в руках? Нет, спасибо за розу, а вот это? Это на голову? Да, ты вот так вот убедите. Да. Браво. Вот в каком ряду-то вы будете? Вы же это, да? Мы в первом, мы типа... А я-то думала, где-то в кардебалете, нет? Нет, мы кардебалет, но как бы... Ближе к Рифе. Ближе к кому? А, кардебалет. Ну, это вагановская, поэтому сразу понятно. Я-то, естественно, не с вами. Я с ним. Ладно. Вагановская кардебалет в самом последнем ряду. Ну, я же говорю, а ты еще больше дедовщины. На первом курсе академического балета. А мы уже познакомились, да.